Примерно в 3 часа ночи при патрулировании по улице Базарной патрульно-постовой службы был замечен молодой человек, в руках которого находилось ружье. Данный молодой человек был доставлен в отдел полиции. При дальнейшем разбирательстве было установлено, что молодой человек данное ружье похитил у своего знакомого в ходе распития спиртных напитков. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время ведет расследование.